Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами снова косметическая кухня Бьюр и я, Елена. И сегодня я покажу и расскажу очень простой рецепт средства для интимной гигиены. Это гидрофильное масло. Готовится оно за несколько минут, зато пользу от него вы ощутите незамедлительно. Рецепт у меня очень простой, и в него входит полисорбат 80, масло конопли, масло оливковое, масло виноградных косточек, витамин Е, CO2 экстракты моркови и герани, а также эфирные масла лаванды и чайного дерева. Купить все эти компоненты ты сможешь в интернет-магазине Бьюр. Итак, я начинаю приготовление, и для этого мне понадобится чистый простерилизованный стаканчик емкостью более 100 мл, а также стеклянная баночка для размешивания масла. И, конечно же, не забываем о весах. Готовить я сегодня буду 100 мл гидрофильного масла. И его основой, конечно же, будут натуральные растительные масла. В рецепт у меня входит 45 грамм масла виноградных косточек, 31 грамм оливкового масла Extra Virgin, а также 10 грамм масла конопли нерафинированного. Все эти масла в совокупности оказывают мягкое действие на нежную кожу, увлажняя и питая ее, а также дополнительно оказывают противовоспалительный эффект. В моей смеси масел в составе преобладает линолевая кислота, поэтому масло не оставляет жирного следа на коже. Следующим в составе гидрофильного масла будет ПАВ полисорбат 80. Его в рецепт входит 10 грамм. Полисорбат – это обязательный компонент в составе гидрофильного масла, поскольку именно благодаря ему масло становится гидрофильным. То есть масло смывается при контакте с водой, оставляя после себя не жирную пленку, а нежное ощущение чистоты и свежести. Дальше в смесь масел я буду добавлять CO2 экстракты. У меня это экстракты герани и моркови по 0,5 грамм или по 15 капель. Это для тех, у кого нет весов. Экстракт герани смягчает и очищает чувствительную кожу. Также представляет собой прекрасный антисептик при различных кожных инфекциях. А экстракт моркови является сильным антиоксидантом и выступает в качестве соконсерванта в гидрофильном масле. Но помимо антиоксидантных свойств, экстракт моркови еще оказывает и противовоспалительные и увлажняющие действия, а также выступает в роли антисептика. Следующими и обязательными компонентами в составе гидрофильного масла для интимной гигиены будут эфирные масла лаванды и чайного дерева. Их рецепт входит по 1 грамму или по 33 капли каждого. Эфирные масла чайного дерева и лаванды оказывают антисептическое и противовоспалительное действие, не допускающее передачу вирусной, бактериальной и грибковой инфекции половым путем. И последний компонент в моем рецепте – это витамин Е. Его в рецепт входит 1 грамм. Витамин Е – это сильнейший антиоксидант для жирной фазы, и он выступает в качестве консерванта для гидрофильного масла. Дальше с помощью палочки я размешиваю все компоненты до растворения и переливаю данную смесь в косметический флакон. Для этого я использую пластиковый флакон емкостью 100 мл с диск-топом. На этом приготовление гидрофильного масла для интимной гигиены считается законченным. Дайте постоять маслу сутки для лучшего растворения компонентов друг в друге, и после этого ты можешь его применять. Гидрофильное масло для интимной гигиены приятно пахнет эфирными маслами, нежно ухаживает за интимной зоной, не раздражает кожу, снимает зуд, питает и увлажняет ее. С тобой была Елена и косметическая кухня Бьюр. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новый интересный рецепт. Ставь лайк, который я так сильно жду. А также пиши свои комментарии, пока я моюсь этим гидрофильным маслом в душе. До скорых встреч!